По статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, совершается в темное время суток именно на пешеходных переходах. Теперь для привлечения внимания водителей и снижения уровня аварийности около нерегулируемых пешеходных переходов, ведущих к образовательным учреждениям города Сланцы, установили светодиодные импульсные индикаторы светофоры Т7, которые имеют только одну секцию с желтым светом, мигание которого видно издалека. Также Т7 оборудован лампой дополнительного освещения, который при отсутствии основного освещения дороги обеспечивает достаточную видимость пешеходного перехода в темное время суток. Вопрос установки светофоров Т7, он достаточно долгий, обсуждался на протяжении нескольких комиссий в 2016 году, комиссии по безопасности дорожного движения, и совместно с сотрудниками ГИБДД было принято решение о необходимости все-таки установки их в Сланском городском поселении. Их в настоящее время светофоров Т7 и Г-образных опор с дублирующими знаками установлено 10 комплектов. Общая стоимость порядка 3 миллионов рублей. Почему говорю порядка? Потому что данные работы проводятся в рамках большого муниципального контракта, заключенного с ОДОРОС по благоустройству и содержанию городского поселения и городской территории. К сожалению, денежные средства в бюджете ограничены, контракт был заключен на те ассигнования, которые были утверждены в том числе депутатским корпусом. В этом году больше установки таких, можно сказать, красивых и практичных светофоров и Г-образных опор больше не будет, но мы планируем в 2018 году продолжить эту работу. Светофоры Т7 полностью автоматизированы и работают без участия человека. Мощная солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток. Зарядка осуществляется даже в пасмурную погоду и в зимнее время года. Яркое мигание желтого света светодиодного светофора Т7 позволяет водителю в любое время суток с большого расстояния заметить пешеходный переход и заблаговременно снизить скорость движения.